Ребят, всем привет! Сегодня у нас не совсем обычный обзор. Сегодня я для вас соберу систему за 4990 рублей. С кучим темпом инфляции мы это видео переснимали 3 раза. Доллар то падает, то растет. Мы собрались, сделали для вас это видео. Приятного вам просмотра. Но, безусловно, динамики выбрать немножко тяжелее, чем, к примеру, головное устройство. Давайте сейчас начнем с акустики, а потом перейдем уже к источнику звука. Как у нас бомж система, мы берем 13-сантиметровый динамик. Динамик серии Молот, его цена 1400 рублей за пару. Это будет у нас стоять в передних дверях. Как вы уже догадались, что громкости и мощности от таких фронтальных динамиков будет чуть-чуть не хватать, в нашей системе будет еще и тыл. В роли тыла я предлагаю взять тоже динамики Урал, только блины. Это модель Урал АС-М69. Блины, лопухи, яйца. Как еще называют? Пишите в комментариях пока. Имеет глухую корзину. Корзина с антирезонансным покрытием. Мощность 100 Вт. У нас они будут хорошо басить. Они будут рассчитаны на то, что будут ставиться в заднюю полку. Любой автомобиль взять. ВАЗовскую 14-ю, Приору, 10-ку, классику. Многие иномарки, в Тойотах, Короллах, кстати, или в Камри, такие штатные динамики стоят и в передних дверях, и в задней полке. То есть у них есть широкое применение. Производитель заявляет у этой акустики несколько преимуществ. То есть хороший панч, высокая чувствительность. Еще раз повторюсь, да, чем выше чувствительность, тем меньше мощности нужно от усилителя, либо от головного устройства, чтобы привести подвижную систему динамиков действий, тем самым больше чувствительность, выше громкость. Это прямая взаимосвязь. Широкий диапазон звучания, то есть это динамик широкополосный. И вот эта вот пуля в центре, ну, ее можно назвать фазовыравнивающее тело. В этой системе она предназначается как твиттер. И самое основное, что динамики имеют кольцо кольцо Фарадея для улучшения звучания. Кольцо Фарадея, я загуглил, это вот, подойди поближе, это вот это вот колечко, вот между диффузором и осью, да, где вот стоит звуковая катушка, вот это вот колечко, это и есть кольцо Фарадея. Если вам интересно, можете загуглить, почитать, на Вас-клубе есть информация у Антона Николаева. Это человек, который занимается всю жизнь SQ, очень подробно, очень все разжевано. Но в двух словах, электродвижущая сила немножко работает по-другому, и кольцо Фарадея улучшает звучание. Вот я вам так скажу. Еще раз повторюсь, в передние двери, в штатные места мы ставим 13-сантиметровую акустику Урал Молот. И назад, в заднюю полку, мы ставим блины, тоже серии Молот от компании Урал. Ну и, безусловно, нам нужен источник сигнала, так скажем, магнитола. Сейчас пришли новые магнитолы от компании Pioneer MVH S510BT. Вы просили обзор, я обязательно сделаю. Это аналог 580-го Pioneer, вернее, новая модель, более улучшенная. И о ней в следующий раз расскажу подробнее. Но мы не ее будем ставить систему, потому что мы к бюджету не пролезем. А мы возьмем главное устройство Avatar. Мощность 4 по 50, якобы, на самом деле 4 по 15 или 4 по 17 ватт. Есть необходимые все настройки, регулировки, процессора в ней нет, он нам и не нужен. Для этой акустики этого будет достаточно. Так, ну и сейчас давайте подобьем общий итог, общую сумму данного комплекта. Передняя акустика стоит 1190 рублей, задние овалы стоят 1890 рублей и магнитола Avatar в ограниченном количестве в нашем магазине сейчас стоит 1700 рублей. Получается 4780, но нам еще нужно будет 15 метров акустического кабеля. Кабель нам нужен для того, чтобы 10 метров у нас уйдет на заднюю акустику, 5 метров на переднюю. Для того, чтобы у нас звук пошел из динамика, все у нас запело и заиграло. Ну, грубо говоря, еще 200 рублей, да? То есть у нас получается дешевле пятерки. 4980. Ребят, давайте сейчас, чтобы не быть голословным, мы сейчас это дело специально для вас соберем, отстроим и покажем, как это играет. То есть, чтобы вы сполна смогли насладиться вот именно звучанием этой системы. Ну и вот настал тот момент, когда вся эта система у нас скоммутирована.
подключена и готов воспроизводить звук. Welcome. Ну так приятно играет, да, само собой, баса, или, как заявляет производитель, панча большого без объема не будет. Насчет панча 13-сантиметровых динамиков я поспорил бы, да, но вот эти нормальные панчи. Я думаю, они на 5 с плюсом отыграют свои бабки. Забыл заметить, питанием этой аудиосистемы является... Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 10 АГМ аккумуляторов с суммарной емкостью. Так, эти по 83, перемножь, пожалуйста. 600. 900 ампер. Это шутка. Для питания этой системы не надо. Для питания этой системы не надо. Не надо много батарей. И не надо тока 900 ампер. 900 ампер это для больших и мощных усилителей. Штатного аккумулятора, штатного генератора вам хватит вот так. Вот. Ну, играет прикольно. За пятак это огонь. Огонь. А сейчас еще... У меня идея возникла. Давай еще одну систему соберем. Она еще дешевле. Данная система подобрана специально для той категории людей. Ну, так скажем, джентльменский набор, который называет всех полуебками, полудурками, всех любителей громких фронтов. Ну, правда, жизнь такая. А я собрал еще одну систему специально для тех, кто вообще не хочет заморачиваться с проводами. Она состоит из головного устройства и двух маленьких наушников. Ее можно поставить хоть в катер, хоть в комбайн, хоть, я не знаю, даже на водный мотоцикл можно, да, поставить. И она еще дешевле. А как динамики будут, как наушники будут работать? Как в ушах держат, скотчем заклеил, блядь, не вываливается. Как будут держаться? А звук как воспроизводить будет? Как через AUX. Через AUX? Да. Воткнул в AUX и слушаешь. А что доставать? Он поет уже. Подожди, что он поет? Звук прибывает. Поет? И не поет. Аудиосистемы и... А здесь вообще нет нихуя. Давай инструкцию почитаем. Давай. Это вообще как к звуку отношение имеет. Ну, дезинформация. Я не специально. Че, в общем... Не нужна вам магнитола, просто берете телефон, вставляете наушники. Ребят, вот кто первый не закажет у нас в магазине магнитолу, мы вот эти наушники с инструкцией, как туда вставлять затычки и беруши вот эти, все в коробку сложим вам. Ну и как обычно, наклейки, пахучки у нас, кстати, тоже сейчас придут, у нас закончились временно. Положим в коробку, и вот эти наушники будут у вас. Всем пока, двигайтесь с музыкой.